Так, приветствую всех на моем канале. Ну давайте все-таки я попробую это прокомментировать. Пока только ту часть, которая видна на стороне лучей. Что так будет, я предупреждала. Что когда они реально сюжет официально включат Землю, современную, с фестивалями в каноне, мы получим вот эту ситуацию. Значит, суть. Все, что вы знаете обо всех, устарело. Я не знаю вообще, на сколько тысячелетий. Относительно той реальности, в которой они сейчас живут. Независимо от того, что там сейчас Хейс будет реколлектить. Поэтому советую всем срочно подтянуть текущее положение вопроса по объединенному мейнленду. Иначе у вас будут проблемы. Большие. Да, Юрий. В принципе, он тут все сказал. Надеюсь, фанаты Весперии со своими иллюзиями уже простились. Самая проблемная группа. Ну что, еще подождем? Подождем.